какой-то момент с партнером мы стали понимать, что рано или поздно нам нужно будет, кроме обновления сидельных тягачей, еще и заняться обновлением полуприцепного парка. И, в общем-то, мы долго смотрели по сторонам. В то же время у моего партнера Сергея был очень хороший знакомый, руководитель завода «Грюнвальд». Нас пригласили на завод, мы с собой взяли с Владимиром наших водителей. Водители тусуются группами, по два, по три человека. За каждой группой ходил сотрудник завода «Грюнвальд». На мой вопрос, кто это такие, мне сказали, что это конструктора, которые будут записывать вот все, что они слышат от твоих водителей. И водитель объяснял, что бы хотелось еще для того, чтобы чувствовал себя человек комфортно в рейсе в любом состоянии. На загрузке, погрузке, выгрузке и в процессе эксплуатации данного прицепа. Мне это было очень приятно. Не могу сказать, что я был удивлен, но отчасти я был просто поражен масштабом. Масштабом глубины вхождения в проект. После согласования всех вопросов технических, связанных с изготовлением прицепа, мы совместно с заводом утвердили первую спецификацию и начался процесс изготовления. И когда по прошествии определенного времени мы получили уже живой прицеп, мы реально были очень приятно удивлены. Новая модель полуприцепа соответствует всем международным стандартам. Это полуприцеп, который может работать на международных перевозках. И что очень важно, он соответствует требованиям транспортной компании, которая в течение года эксплуатировала полуприцеп и подтвердила его высокое качество. С помощью инженеров компании «Грюнвальд» мы получили лучшие из четырех прицепов известных мировых брендов. Это было не сделано попыткой поставки комплектующих запчастей из-за рубежа для насыщения этого прицепа. Это было сделано реально инженерами из завода «Грюнвальд». И один из ключевых моментов, который был для нас важен при принятии решения инвестирования именно в этой полуприцепной технике нашего калининградского завода «Грюнвальд», это то, что деньги останутся в стране, в Калининградской области, и пойдут во благо развития наших предприятий. Появление этой модели станет важным событием для развития всей российской транспортной отрасли. Это будет способствовать снижению зависимости от иностранных поставщиков и позволит сделать более конкурентоспособной нашу транспортно-логистическую отрасль. Я понимаю, что с каждым новым прицепом техника завода «Грюнвальд», она будет прогрессировать, потому что нас продолжают слушать, нас слышат, что немаловажно, и не останавливаются на совершенстве. Рекомендую всем автоперевозчикам обратить внимание на данный проект и в свое время, соответственно, обратиться на завод «Грюнвальд» для решения вопроса с руководством по заказу новых прицепов. Но это не реклама, это реальная жизнь. Пускай, вот примерно так.